Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты знаешь каких-то монстров. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты поставил лайк, а также напиши в комментариях, какой твой самый любимый монстр из всех монстров. Может быть, это Хаги-Ваги, Скибиди-Унитаз, Камерамен или Радужный Друг. Сегодня мы с тобой будем играть за монстров, а также сражаться против монстров в новой игре, которая называется Merge War Monster Fight. И начинаем мы с тобой с первого уровня, где у нас с левой стороны стоит красный Among Us с револьвером, а с правой стороны Радужный Друг, который хочет нас сожрать. Ну что ж, нажимаем «Битва» и пошли в атаку! Вот смотри, идет на нас! Стреляй, дружище! Это же монстр, он хочет тебя сожрать! Да! Монстрик упал, и у него появилась веревка. Типа мы его связали. Возможно, мы стреляли транквилизатором и просто усыпили. Мы с тобой победили, и давай попробуем второй уровень. У нас остается один и тот же Among Us с одним револьвером. И тут уже два радужных друга. Два монстра, они хотят нас сожрать. Давай, пали, дружище. Одного завалил, второй. Нет, мы проиграли. Мы сейчас с тобой находимся на втором уровне. На четвертом будет какой-то красный левел, а также дальше красный левел. А тут у нас Хаги-Ваги, пятиглазый. Вот это монстр, мне очень страшно. Что это за ящик? Давай соберем. Нажимаем и получаем дополнительные деньги. Отлично. Мы можем уже что-то прикупить. Давай спереди ставим одного радужного друга. И нажимаем «Битва». Давайте, ребята, сражайтесь против этих двух радужных друзей. Давай, дружище, прикрой радужного друга. Да, Among Us с револьвером, он очень крут. Он просто хороший стрелок. Левел номер 3, а здесь уже какой-то унитаз. Вы посмотрите, каждый раз здесь меняются разные монстры. Вот, допустим, я нажимаю в игру, потом обратно выхожу. А здесь уже улитка, смотри, какая страшная. Кто ты, демон? Что это за чувак? Так, нажимаем, выходим. Это же паровоз, это Чучу Чарльз или кто это? Если ты знаешь, как называется этот паровоз, обязательно пиши в комментариях. Он очень страшный, у него есть рога. Ладно, давай будем дальше сражаться. Здесь уже три радужных друга против нас. Я хочу на самом деле купить стрелка еще одного Among Us'ика. И мы можем сделать слияние. Нам показывает игра, делаю слияние. И вот он, Among Us уже, только зеленый, и у него есть лук. Снова собрать мы можем. С правой стороны что-то накопилось. А каждую минуту здесь из ящика что-то нам дается. Ну что ж, у нас один Among Us'ик, только зеленый прокат. А также один нубасский радужный друг. Он вообще слабенький, он нубасик, реально. И мы победили, конечно же. Нам показывается, что это красный четвертый уровень. Ничего себе, давай посмотрим. Против нас уже какой-то страшный монстр. Так, давай еще что-то прикупим. Еще Among Us. Да не хочу я брать спереди. Не хочу я объединять, игра, не командуй. Я хочу делать то, что я хочу. Будем идти в атаку. Вперед, у нас очень много стрелков. Вот смотри, это какой-то страшный Хаги-Ваги на нас нападает. Ну, мы его завалили, потому что у нас 5 стрелков. С правой стороны я вижу еще что-то есть. Давай нажмем. Надо достигнуть 14 уровня. Снова собираем. А вот, захватить монстрика. Я хочу тебя захватить. А, вот как надо захватить. Понятно, мы пока не будем захватывать. Но мы уже видим, что у противника тоже появился Among Us с револьвером, а также два монстра. Возможно, это монстры уже второго уровня, а у нас всего лишь первого. Ну давай посмотрим, как наши стрелки разберутся с этими ребятами. Да, я угадал, это монстрики второго левела, одного завалили. Давайте, ребята, вперед! Мы его стрелка зеленого вынесли. Пока что мы побеждаем. Ха-ха, вот это вообще прикольный монстр. Смотрите, у него рот есть и в животе, и в голове. То есть, может быть, он здесь кушает, а здесь сразу какает. Только зачем здесь зубы? Ха-ха, два рта у него, реально страшный монстр. Мы уже видим, что против нас какая-то птица розовая. Давай я объединю, здесь объединю, здесь объединю. И давай здесь я тоже объединю. Пока что мы побеждаем, получаем такого вот монстра второго левела. Конечно же, это крутой чувак. Страшная птица против нас. И вперед, завалим эту птицу. Смотри, это все игрушки, потому что у них наполнитель торчит. Это битва монстриков игрушек. Это мягкие игрушки, наверное. Ну, давайте стреляйте. Да, птицу нубика мы завалили. А что это за мясо? Я хочу забрать мясо. Венсдей. Ты что здесь делаешь? Я знаю, что ты монстр. Но почему ты решила здесь в игре появиться? Да не хочу я ничего объединять. Я уже на 7 уровне. Я ничего не боюсь. У противника появилось 2 крутых стрелка второго левела. Ничего себе. Ага. Все. Я понял.
Есть еще такая вот подруга розовая. Давай мы с тобой объединим два стрелка и получаем крутого амонкаса с пулеметом. Точнее, с автоматом. Хотя тут мне кажется, что это пулемет, потому что такой вот барабан подозрительный. Птица это, наверное, третий уровень, а у нас всего лишь второй. Значит, я хочу сейчас получить еще чувачка. Мы объединяем два монстрика зеленых и получаем птицу. Вот она, новое чудовище. Ой, как мне страшно, боюсь. Ха-ха. Ничего мы не боимся, потому что после скибиди унитаза уже любые монстры для нас просто нубасики. Ха-ха. Давай вперед, стреляй. Да, он стреляет уже огнестрельным оружием. Смотри, как палит. Вообще красавчик. Птица всех валит, пока что мы с легкостью проходим, уровни очень легкие. Это не Венсдей, это какая-то страшная девочка. Такое платье было у девчонки из игры в кальмара, только почему у нее нож и рот какой-то, как будто она кукла. Это, ребята, босс левел, я в шоке. Это будет какой-то огромный радужный дружбанчик. Да не хочу я ничего покупать, отстань от меня игра. Навязывай свои правила. Так, забрать мясо хочу. Мясо дайте мне. Вот я вижу косточка какая-то. Валите его! Да, конечно, против моего синего амонкаса вообще никто не выстоит. Ничего себе ящерица! Или это крокодил? Оранжевый крокодил. Я вижу, что у противника уже амонкас более высокого уровня. Как он так перепрыгнул? У него только что был с луком, а теперь уже со сковородкой. Это что, четвертый левел? Ну да ладно, будем сражаться. Какого уровня? Можно, нельзя нажать, посмотреть. Но мы видим, что мы сильно отстаем от противника в развитии. Ну что ж, давай заберем здесь сундук. Есть 495 золота. Приходится что-то покупать. Давай я тоже куплю здесь стрелков. Сделаем слияние, тут делаем слияние. Третий, и вот четвертый. Да, со сковородкой. Ха-ха-ха. Сможет ли один амонкас со сковородкой выстоять против такой толпы? Давай с тобой посмотрим. Вперед, курица, держись, пожалуйста. Ну, ай, блин, у него что же там сковородка есть? Ну и кто кого? Ничья или мы победили? Ничего себе! Ребята, вы с автоматами три штуки, и теперь у них тоже какой-то монстрик, смотри. Очень опасный. Ну что ж, давайте сейчас мы тоже прокачаем монстриков в самом начале. Вот, много монстров мелких, они будут идти вперед и всех жрать. Очень много монстров, больше монстров. В атаку! Армия радужных друзей! Она сожрет всех, смотри! Их очень мало, у них монстр уже 4 левела. Ну давай сковородка заряжена, кидай! Нет, они довольно скорострельные оказались. Это какая-то медуза. Медуза-киборг-убийца. Роботическое существо. Вижу, что мы здесь проигрываем, и теперь давай будем делать слияние, чтобы получить более крутого монстрика в самом начале, который пойдет и будет здесь танковать. Чего нам не хватает? Еще одного радужного друга. Мы видим, что с каждым разом, когда мы покупаем здесь, монстрики все дорожают и дорожают. Это очень плохо, конечно же. Делаем вот так вот. Супер слияние, вот новое чудовище! Он тоже киборг, у него пол головы металлической, плечо и рука металлическая, здесь пол руки и нога. Но нам показывают две курицы, я вижу, что две курицы можно вот. Давай мы так поставим для начала, сзади чувак со сковородкой. Ребята, танкуйте, пожалуйста, вас же двое. Надеюсь, что наш амонкасик со сковородкой сможет задамажить противника. Да, ребята выстояли и сейчас валим противника. Победа! Это страшный кот! У него красные глаза, руки в крови, а также на животе и вот на плече есть шов. И на спине тоже, одна нога черная. Офигеть, это черный кот-убийца. 11 уровень, противника очень много. Я сейчас делаю слияние и получаю супер заряженную улитку-чудовище. У него панцирь из металла, из вибраниума, как щит Капитана Америки. По-любому, она крепкая, а глаз у нее, как у Терминатора, как у Шварца такой. Ой, блин, это страшная улитка. Не хотелось бы ее встретить на улице. Нам говорят, давай, воблер, прикупи стрелка. Так, забираем деньги, 2 минуты перезарядка ящика. Давай мы побольше амонкасиков, вот еще больше. Еще больше, теперь будет армия мелких амонкасиков-стрелков. Вперед, ребята, улитка танкует, остальные должны стрелять. Валим, улитка просто непобедимая, она 5 уровня. Убивай этих страшных птиц. Красный 12 уровень, очень опасный. Это босс левел, блин, ну давай посмотрим, на что способен противник, но я думаю, что наша улитка должна выстоять. Давай, улиточка, пожалуйста, танкуй. Противник тоже 5 уровня, а как мы знаем, у противника всегда 5 уровень круче, чем наш. Нам повезло, что стрелков у нас много.
Бро, а тебе не кажется, что эта игра похожа на игру, в которую мы уже играли? Только там были животные зоопарк, было 5 или 6 серий, а здесь теперь монстрики. Здорово, поймать нового монстра, но я его поймал. Мы должны здесь победить, чтобы открылась, возможно, новая битва. Давай, улитка, терминатор. Улитка-терминатор просто всех побеждает. Ого, медведь. Так это не медведь, это паровоз. Это у него кличка такая, медведь, но мы же знаем, что он паровоз. Давай мы с тобой сейчас объединим наших здесь амонкасиков, чтобы получить более высокого уровня стрелка. А, я уже покупаю сразу зеленого? А что мне теперь с красным делать? Он же нубик. Ну пусть он останется в коллекции, он был одним из первых. Он остается у нас. Ребята, вы здесь эволюционируете. Ничего себе! Новое чудовище в шляпе ведьмы, а также с луком! Это амонкасик! Крутой, заряженный! Давай попробуем завалить этого паровоза. Паровоз 6-го левела, медведь! Ну давайте, ребята, стреляйте. Вижу, что улитка немножко танкует. Все, улитка сейчас умрет. Еще один удар, улитка умерла. Все стреляют. Да зачем ты вверх пошел? Пожалуйста, вниз иди. Вниз, еще пару выстрелов. Мы, в принципе, можем победить этого паровоза. Если добавим еще одного персонажа. Этого монстра зовут Мама Длинные Ноги и Красный Глаз. Здесь все монстры-роботы. Они все, ребята, полуметаллические, полу еще какие-то. Забираем здесь деньги. Надо прокачаться. А я могу еще пойти? Ну давай, я хочу завалить этого медведя, потому что он мне не нравится. Побольше, чтобы было таких вот персонажей, которые будут отвлекать этого медведя, пока наши стрелки здесь будут сражаться. Вперед, ребята, завалим мы их! Амонкасика мы оставили для коллекции. Он будет у нас жить до конца игры. Он был один из первых стрелков. Давайте валим медведя. Еще один монстрик живой. Ну, куда он пойдет? Да ну не надо в центр идти. Все, завалили его. Ха-ха-ха. Миссия выполнена. И мы получаем 1 000 000 000 золота. Я пошутил, мы ничего не получаем. Пошли дальше, будем с тобой играть. Здесь мы можем сделать слияние, здесь слияние. Интересно, что же будет после улитки? Мне кажется, там будет что-то страшное и опасное. А мы еще можем объединить? И здесь объединить? И вот две улитки объединяем и получаем новое чудовище. Это какой-то какашечный монстр. Я не знаю, кто это, ребята. Знаете, пишите в комментах. Нам говорят, воблер, купи стрелка. Не хочу я покупать стрелка, давай так, поиграем. У нас есть монстр 6-го уровня. Чего нам вообще бояться? Мы можем сразу несколько уровней пройти здесь без потерь, а только с победами. Здесь тоже собираем. Довольно легкие сейчас будут уровни. Я вижу, что противник намного слабее, чем мы. И мы с легкостью сейчас с ним разберемся. Эти стрелки вражеские вообще ни на что не способны. Наши монстры самые крутые монстры в мире. У них уже появилась улитка! Ничего себе, ребята! Быстро же вы здесь эволюционируете! Так, вперед, давай завалим их! Валим, валим, мясо выпадает! Как забрать мясо? Я же мякаю по мясу, оно никуда не девается. Дайте мне мясо! А его надо вообще собирать или нет? Это с улитки мясо выпало? Бонусный уровень! Да! Я такие ящики помню, точно в зоопарке были. Интересно, как много здесь вообще монстров в игре? Я думаю, что мы это с тобой выясним уже в следующем ролике. А с тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие видео и скоро увидимся. Пока.